В Владивостоке во Всемирный день океанов со дна полузатопленного пирса на набережной спортивной гавани подняли утонувший несколько лет назад автомобиль. Это начало экологической акции «Человек, море, тигр, искусство». Мы сегодня на трех набережных города Владивостока, а именно Вторая речка, Татарская и набережная спортивной гавани, поднимаем металлолом. Причем серьезный, как вы видите за моей спиной, мы обнаружили автомобиль, который лежит здесь уже порядка 8 лет. Весь этот металлолом, ну практически весь, который можно будет использовать, мы будем использовать для, на мой взгляд, красивого творческого проекта. Художник, который пока еще не определен, но определится в ближайшее время, создаст из него большую скульптуру тигра. У машины, пролежавшей на дне несколько лет, исчезла верхняя часть, салон, руль и двигатель. При этом сохранилась проводка и некоторые детали ходовой части. В отделах кузова завелись рыбки, гребешки и трепанги. После подъема автомобиля их выпустили обратно в залив. Можно из этого утопленного и всякого другого видимо, мусора тоже создать и что-то привлекательное, креативное, украсить жизнь свою и окружающую. На набережной в районе улицы Татарской дирекция общественных пространств Владивостока подготовит специальную площадку для возведения скульптуры, где горожане смогут следить за процессом создания в режиме реального времени. Анна Дьякова, новости на Восьмом.